Немецкие политики призывают работодателей повысить зарплаты работникам из-за высоких цен и роста минимальной заработной платы с октября. Промышленные предприятия Германии в ответ хотят продлить рабочий день до 2 часов в неделю. В металлургической и электротехнической отраслях Западной Германии предлагают ввести 37-часовую неделю, а в Восточной Германии – 39-часовую, чтобы смягчить рост затрат на заработную плату сотрудников. Немецкие больницы опасаются, что о них забудут в новом пакете государственной помощи в связи с энергетическим кризисом. По словам главы немецкого больничного общества Геральда Гасса, клиники не могут перекладывать возросшие затраты на посетителей, как другие компании, а также временно приостановить работу или снизить температуру для экономии средств. Поэтому все высокие затраты больниц на энергию призывают взять на себя государство, чтобы им не пришлось закрываться. И еще о здоровье. Медики перечислили полезные овощи и фрукты для укрепления иммунитета. Так врачи рекомендуют съедать хотя бы половину сырой луковицы в день и пару зубчиков чеснока. Также полезной будет тыква, которую стоит есть людям с анемией. Кроме того, стоит налегать на помидоры, ведь содержащийся в них магний укрепляет сердечную мышцу и сосуды. Среди фруктов вне конкуренции лимон, наполненный витаминами С и Д. Осенью и зимой рекомендуется есть 3-4 кружочка этого цитруса ежедневно.